Новый градоначальник Пинска был представлен в должности 19 марта. Приступит к исполнению служебных обязанностей 25 марта. Андрей Мулярчик сменит на посту мэра Александра Гордича, который 9 лет активно развивал центр Полесья. Карьеру чиновник продолжит. Сегодня он баллотируется в депутаты Пинского городского совета 27-го созыва. Глава области Константин Сумар дал высокую оценку его работе, а перед новым руководителем Пинщины поставил довольно увесистый и конкретный спектр задач. Это я имею в виду и темпы роста промышленного производства. Это я имею в виду и по благоустройству своего города, и это и то, что мы очень в полном объеме сделали все то, что планируем для областных дожинок вот здесь сделать в городе Пинске. И другое, которая была задача поставлена, чтобы они очень серьезно в нем сделали проектно-сметную документацию, чтобы за ей задержки не было, потому что без этого невозможно будет строить тот или другой объект. Губернатор региона подчеркнул, что в этом году руководителям Брестского Полесья необходимо выйти на новый, более качественный уровень и занять лидирующие позиции в Брестской области по выполнению социально-экономических показателей. Это, в свою очередь, позволит пинчанам достойно встретить самый главный праздник хлеборобов – дожинки. И Андрею Мулярчику, как управленцу со стажем, это под силу. В своем интервью новый градоначальник рассказал, в каком направлении будет работать первое время и на какую сферу жизнедеятельности города он обратит особое внимание. По моей оценке, наверное, и хозяйственная деятельность города, это жилищно-коммунальное наше хозяйство, которое в городской жизни занимает очень большой объем работы, и социальная сфера, где очень много пинчан трудится, зависит в первую очередь от реального сектора экономики. Поэтому пока на сегодняшний день вижу основным направлением особое внимание уделить эффективности работы реального сектора экономики. Отсюда налоги, поступление в бюджет, возможность реализации всех программ и направлений, которые говорил сегодня Константин Андреевич. Есть надежда, что взяв бразды правления городом в свои руки, Андрей Мулярчик, конечно, опираясь на наработки бывшего градоначальника, несомненно, при использовании новых подходов управления выведет город Пинск на более высокий уровень развития. Как говорят в народе, большому кораблю большое плавание.